Всем здравия. Что хочу сказать? Конечно, ужасные события у нас происходят в стране. У меня такое ощущение, что полицейские, вот эти сотрудники, которые приезжают на вызовы по антимасочникам, что они с цепи сорвались. Вот держали цепных псов на привязи, потом этот цепной пес сорвался, только обычно пес бежит, там свои потребности справлять, это какие-то агрессивные. Мне интересно, вот, кстати, хочу оговориться, среди ребят полицейских тоже есть достойные очень люди, те, которые несут свою службу достойно и с большим уважением я к таким ребятам отношусь, потому что им сейчас очень сложно. Так вот, господа нехорошие, спускающие свою физическую силу на добропорядочных граждан, вот вы, те, которые крутят их как преступников, вы о чем думаете-то? Вы, вот фашистский этот масочный режим, он рано или поздно закончится, Китай из него вышел, Швеция в него и не входила, вы потом куда будете ломиться-то? Вот губернаторы и прочие ваше высшее руководство, непосредственно ваше уже МВДшное, они себя подстраховали, они на преступных указах подписи не оставляют, а вы оставляете на протоколах. И по этим протоколам вас будут судить, причем судить жестко.